готовить картошку по-селянски. Вот я выбрала такую картошечку среднего размера. Сейчас я хочу ее немного приварить в кожуре. Я помою вот эти вот глазки, я поотрезаю, чтобы не было у нас ничего лишнего, чтобы картошечка была чистая, красивая. Воду я уже поставила. Сейчас я займусь картошкой, помою и поотрезаю вот эти углубления, где есть там глазки или что-то черненькое. Смотрите, вода у нас уже закипела. Я кидаю соль. Это для того, чтобы картошка наша не разварилась. Нам нужно, чтобы она была целенькая. Вот картошка. Сейчас я ее закину в кастрюлю. Я решила почистить ее от кожуры, так как кожура у нас такая, что не подходит. Проще было ее почистить. И будет у нас селянская картошка без кожуры. Если вы найдете в магазине уже помытую, хорошую, гладкую картошку с кожурой, тогда это будет отлично. В нашем случае будет почищенная картошечка. Все, оставляем вариться на минут 15-20. Смотрите, картошка у нас уже сварилась. Сейчас я солью воду, оставлю ее, пока она полностью остынет, и перейду к следующему процессу. Картошка у нас остыла, и мы переходим к нарезке. Режем картошку напополам, еще напополам и еще. Можно еще на несколько долек. Но у нас уже картошка сваренная, поэтому мы сильные мелкие дольки делать не будем. Картошку мы нарезали, противень мы подготовили, покрыла пергаментной бумагой. Теперь мы противень немного смажем оливковым маслом. Будем делать на оливковом масле. Можно это делать подсолнечным маслом. Теперь выкладываем картошечку долька к дольке. Картошка у нас вся на противне. Теперь все это дело нам надо подсолить. Также я буду добавлять травы картошки. Так называется приправа до картопли. Эти травы картошки очень подходят, очень вкусно с ними получается картошка. Туда входит множество трав, которые сочетаются с картошкой. Также вы можете в конце выдавить чеснок на картошку, и будет очень вкусно и ароматно. Перед тем, как отправить картошку в духовку, нам нужно ее полить немного подсолнечным маслом. Конечно, не заливать, а полить. Помогаем себе кухонными девайсами. Смазываем картошечку маслом. Можно оливковым, если оно не горькое. Можно подсолнечным. Это для того, чтобы наша картошка не высохла полностью в духовке. Чтобы не стала сухой и невкусной. Поэтому обязательно нужно смазывать маслом.
все. Духовка у меня включена. В газовой плите это четверочка, а в электрической это примерно 180 градусов. И отправляем примерно на 15-20 минут. Через 10 минут подходим, смотрим, как она себя тут чувствует. Если она уже готова, естественно, выключаем, если она покрылась красивой золотистой корочкой. Если нет, даем картошке дойти в духовке до готовности. Все. Отправляем. Тошечка наша готова. Примерно полчаса она готовилась. И все, можно еще подержать больше, чтобы больше корочка была. А можно уже приступать пробовать. Всем приятного аппетита!